ехал с Иркутска в сторону Красноярска. После моста в поселке Гельмельтей встречный автомобиль вышел мне на встречную полосу и начал, короче, вилять. Я видел, как он притормаживает, и в один момент, короче, он как бы уходил влево, прижимался к моему бордюру, который находится от меня справа. А я в это время взял левее, короче, и получается, он мне в правую часть ударился. Меня еще больше от столкновения выкинуло на встречную полосу.